И мы на самом деле в игре. Окей. Так, Доурен ходит первым на джекпоте. Мы уже видим мадам. Мадам is present. Джекпот. Доурен is on blue coin. Карим, who is going by Kavurihe triple D, is playing Miamon's deck from Masters. Nilfgaard with Master of Puppets. Дед обещал без задержки стримить, но как же, в правилах Матола написано задержка 20 минут, если вы стримите свои игры. Ай-яй-яй. Так, мадам летит прям сразу. Я так понимаю, бронзы, которые бафаются, Доурен не очень хочет. На третий оставлять, на второй. И да, как-то выигрывать надо. В ответ летит защитник. So, temple pass attempt versus the defender. And I guess Master of Puppets gonna be dropped. What else is there? Мы actually see the instant Вильгефортс, так что прокрутку начали прокручивать еще до того, как прокрутка решила прокручиваться сама. Очень тяжело. Ну, в правилах есть, чтобы избежать моментов, когда кто-то кому-то что-то там предъявляет. Ну, он приписал задержку в правилах сразу же. На чемпионат мира решил пока на группу не писать. Я ему, правда, сказал, что скажу, что, наверное, на полуфинал и финал тоже надо будет подкрутить. Ну и у нас tempo pass. For those of you just joining, this is just best of five. We are I'm learning how to use the platform. Doran was checking how it works as well. It's his first official, not even official, first tournament. Так что да, Доурен тоже был заинтересован посмотреть, как работает платформа, потому что сам турниры особо не играл. Так, ну тут у нас свап на много, но недостаточно много без лидеров. Тут еще, да, движочки работают, так что Кариму придется кидать еще карту. Цири, конечно, выставлять можно, если ты собираешься в минус карту играть, в минус 2 пушить. Но можно ее просто прокинуть. И идти наслаждаться лонгом против джекпота. У Доурена фрики были. Защитника больше нет. Окей. Цири выставляется и получает пинг от гвинтеров. Лонгом без движков. Ну да, ну сейчас посмотрим, что решит. Цири как бы выкинул, был ход во втором ее выставить. Но если выставляет здесь, то скорее всего мы увидим хотя бы попытку пуша. Decree into Alisa to put Decree back. Sounds too broken, Tankov, and definitely reasonable provision wise. Так, и да, мы тут видим, что играется Асире, может быть все еще пас, защитник уходит назад в колоду. Ну нет, просто темпо пас во втором, так называемый. 8 поинтов там были, чтобы просто сделать сложнее жизнь Новика в свечку, какую-то бронзу. Дека Сватье
Звучит сомнительно. Всегда почти. Так, ну и теперь можно ставить свечку, так что особых проблем Даурен тут не испытывает. Никаких песиков в колодах нету, так что... Свечка, Новик на 10 карт, Фрики на... Мастеров кукловодов. Нашел прокрутку. Да, колоды по ссылочке Bracket доступны. И тут всего один матч. Так что не самый долгий ивент. Долгие ивенты будут в следующие три выходных. 10-11, какого там, 17-18 и 24-25 у нас квалы топ-8, топ-32 и потом еще вторая неделя групповых этапов чемпионата мира. Так что контента в гвинте завались на выходных. Можешь карту распылить, но подожди, через 4 месяца, если... Ты там с уважаемыми людьми собираешься этот баланс делать. Если вы 4 месяца будете бафать Ватье, вы можете добафать его до такой ситуации, где люди будут такие: имба карта, кладу себе в колоду. У вас же такой план? Такой. Почему бы не Ватье? Очень нетоксичная карта совсем. We actually witnessing Royal Decree into a lock. Instead of full city Artorius, there is of course Mata and Golden Acre. It's Bracket, Dark Flower. And also very good lock in terms of a value, just getting answered by the Lucky immediately, achieving basically nothing. Not sure how I feel about it, but if you want to put on to, like, Defender bronzes, I guess you needed it. Lowest provision card out is also good for Palmerin down the line. True, okay, I can see that being. So we have a unit from here, we have a unit from Mata. But instead, yeah, there is a filter, there is another one though. Так что в Накерца есть еще, но теперь два раза Накера не сыграть, если был план с Алисой. Уже девятка, 10, 11, 12, 13. Это будет очень большая бронза, в которую придется саможарить или самоядить, не знаю. Нет, конечно, но карта будет расти. Так, защитник, это игровые от яда. Защитником надо или тратить очень много монет, или придется жарить. Ядов у Даурена достаточно в руке еще, чтобы защитника просто проядить, никаких покровов. У Карима нету. Снижение профки до 10, на 10. Не знаю, поставь его в 9 провизий. Может, в такую колоду, как Тусент, только через больше локов зайдет. Так, вылетают фрики. Но защитник стоит.
фрикам без вид гифпорца и без локов ничего особо не грозит, я так понимаю, правильно? So yeah, nothing was dealing with it without Vilgefortz, without the lock. This jumps out but from darling, the... it's your lucky day! Mitrofan Beloved 1989 gifted a tier 1 sub to Nick _ R. They have given 2 gift subs in the channel. Mitrofan Beloved 1989, I am your biggest fan. I appreciate your gift, спасибо. Gifting on your birthday is very kind. Ну, с подпиской тебя, дед. Спасибо, спасибо. А, и у деда тоже ДР? Ну тогда и его тоже с ДР. Я так-то имел в виду, что Митрофан в свой день рождения дарит подписки на каналах. Деда подписали без его согласия. Так, ну царю... Карим не хочет, так что мы тут видим уже, да, кулачного поединщика на 28 стоящего. Его, естественно, хотят забрать. Тут двойной Петри стоит, ожидает. И брат кулачный его не спасет. Ну, с Пиру поздравляли 3-4 года. Наверное, до сих пор поздравляют, если только комьюнити... Marvel Snap не больше, не более адекватная. The simplest methods yield the best results. Bapanada. Resident Eva, thanks for the follow. And Mitrofan, спасибо за подписочку. Как это говорится? Welcome to the Witcher School of Rabbit. Take a seat. Благодарю за поддержку. Так, ну у нас тут большой обмен. Большой обмен большими и маленькими юнитами. Так, мы назад кладем. Указ. Ну, подожди, что? Правильно, указ. Указ был в руке. Did we need the указ? Don't think so. Was fine without it. I guess you need to put something. Количество ядов стремится к максимальному. Мы видим, что да, да, уринт. Дает знать, что у него есть еще один в руке, но тут их было два, так что, я так подразумеваю, Карим ожидал. Добор идет без указа, да, там указ был не нужен, но можно было засунуть Накера, достать Накера, но тогда не было бы гарантии топ-дека, пришлось бы играть случайный юнит, пришлось бы играть шестерку или Цирю. Не очень. Заработали подписки из России наконец. А, да, ты упомянул, ты же кому-то там клоунит захотел подарить, у тебя не работало. Ну, интересно, что Twitch сам починился, так сказать. Думаешь, сворует боксера? Да не. Зачем ему боксер? Если только взять его и на 5 про... до 5 провизий понерпить. Самолично, потому что он иногда им будет, но я думаю, Карим не такой боксер, за 4 профки остается. Так, ну поинтов естественно много,
у джекпота с обилкой лидера. There is still a lot of points in Yago and full bank and jackpot. But nasty things are happening at the moment. There is also still double Petri filter. Почему Даурен не забивает ряд? Яд не наролял. Зачем забивать ряд, когда можно ставиться ровнёхонько в два ряда? Casual 100 point, point swing awaits. Yep. Poison for 26. Okay, that's not how you count poison, but nice as well. Looks very promising for Syndicate, right? Very promising. Also, there goes, like, if you really needed a lock, there is one. I love the fact that, yeah, the 12-point infusion is getting locked. Настойчик, получается, локается тоже. Никаких тебе минус 12. Уге, спасибо за follow. Syndicate very far ahead, likely winning. There is no second bronze to steal. So we've seen the lock instead, playing 2 points. Skill. Нароляли. Банк полный. Микрозайм нужен. Ну, к сожалению, только яд. Микрозайм, сколько пробок. Понимаю. Так, а тут есть один ведь чудик есть. Ну, микрозайм хорошо ходил, да. Можно было себе самому кулачный бой в лицо устроить. Так, статусы Гийомом воровать никакие не надо. Даурен прекрасно знает, что у него воруют, так что может делать, что хочет по бафам. Главное не бафать 52. Свинг у нас здесь на сотенку. Wait. А почему так близко? Ну, никто не считаете. Почему так близко, непонятно. Оп. Но все-таки, да. 10 поинтов, 11. Недостаточно близко. И... Нильфгард забирает. So, yeah. Closer than you'd expect for a 100-point swing. But not close enough, and Karim takes game number one. That 50-point bronze could have been destroyed. Как раз таки не уходит, если ряд оппонента забит. Ну а Даурен не мог забивать ряд Кариму, потому что для этого нужны шпики. Или я что-то упустил, когда ты это писал. Короче, чат виноват, вот все. Okay, so game number two of this improvised best of five. Karim on blue coin playing Vampire's Golden Necker with Necromancer Stone. Dauren is playing his big boy Skellige with Witchers and Renfree. All that. Operator is present, so the Pledder gonna be on the board and later gonna be Incubus target as well. Там же нету какого-нибудь хиала. А, ну тут всегда есть
Банда Ренфри, так что шестерка всегда найдется для инкуба. Так, счет обновился. Это Макси. Тир лежит последней картой. Геральт тоже где-то там далеко, так что вполне может быть шаффл. А, я как-то упустил. Да, я говорил, все-таки Корал-то лежит в колоде, так что... Есть чем скидывать, не только тактичкой. Ну, тогда получается хорошая находка на первый раунд, если хотите играть здесь. Ну, пока летят только бронзы, даже прокрутка не играется. Это шоу-матч. Это шоу-матч без призовых. Это шоу-матч, чтобы Даурен попробовал платформу. Карим согласился тоже поиграть. Даурен вообще не играл ни в каких турнирах, так что у него была небольшая паника. Ну, не паника еще, но... Шоу-матч за респект. Это байт. Оба игрока играют, Даурен будет играть в топ-8 и может, скорее всего, топ-32, если не выиграет. Карим играет в топ-32. Так что они сейчас сидят вдвоем и байтят деда, что вот такие колоды они принесут. А дед все очень внимательно записывает. Где-нибудь там в тени сидит Пифич и тоже записывает колоды оппонентов. А после такой тренировочки они принесут совершенно новые колоды. И будет легко. И получится G-baited. Но можно так подумать, что они на самом деле принесут не эти колоды, а потом они принесут именно эти колоды. И они будут контрить контру. Так что это очень продуманный матч. Вы тут это... Не думайте, что мы шутки шутим. Ну все, Даурен решил, хватит. Прокинул все-таки банду Ренфри. Решил не играть Корнел в... Скирма. О. Он тоже поединщик или нет? Должен же быть, правильно. Сейчас бы знать перевод всех карт. So yeah, this is an improvised stream, two languages, we got rated by Magpie, there is audience speaking English, audience speaking Russian. Thankfully, no audience speaking Estonian, otherwise I'd have to somehow learn how to cast in Estonian as well. Так, ну и идем в долгий. Сове и Тюра где-то ищем. Так, один есть. Какие мейнгеймсы? Ну, обычному зрителю вообще непонятно, что происходит, да. Кто что принесет. А? Голда присутствует. Нету только Лока. Лок, в принципе, играет. Разменивался с королевой. Тут накирец в руке. Книжка. И последнее желание имеется. Желание даст тебе еще одного дополнительного юнита. А, имба. Корал, конечно, немного жалко, что она не может в этом поучаствовать, дискардя. Так, по бестам здесь достаточно было.
Так, ну у Карима есть фледеры 2 плюс, если вылетит инкуб, 3. Тир одноразовый в плане того, что больше он ничего не сделает. Какие страшные колоды. Что страшного в больших мужиках Скеллиге? Смотри, какие они. Большие. Только есть просят у Трис много. Ну, еще их немного разводят. Ну вот, тут пошла... Книжка, но книжка... Не очень, когда у тебя утопец. Как бы могло быть намного больше value. Yeah, Drowner. Drowner played for a bunch of points, moving the Arnjolf, taking away 3 points. So there is no 13 point unit on front row. Well, there is of course, like... No, this doesn't do anything with Soph on the board. So some points were stolen from Dauren's Triss play. But I'm afraid Alp might have been a bit better. Защитник имеется. Так, а тут, кстати, да. Буст юнита. Что-то я отвлекся. Я не знаю, как люди читают второго чата, там почти никто ничего не пишет. Только про Кракена на YouTube. Но это же надо заходить и чекать или разбивать их. Так, у нас тут много вампиров. Верена, конечно, чувствует себя не очень. Потому что ничего не бафается. Но если затаймить ее правильно. Подожди. А если затаймить ее правильно. Есть очистка. Так что не надо ее таймить правильно, может стоять. Здесь нету дамаги, здесь только 3. А, ну тогда Трис очень сомнительного. Да-да-да. Я думал, она просто умрет, если ее рано выставить. А очистка все нормально по таймингам. И больше она ни от чего не отлетает, так что здесь нужно было. Ну да, здесь 2 некурата стоит, так что... Вампир, вампир, вампир. Можно всегда обновлять. Тигун только грустный. Семерку не между четами поставил. Он теперь все правильно. Верина Трис, interaction incoming, yeah. Like, you cannot kill a 3-point unit without Renfri's ability. There is double Nekurat, so we see that the Blitz have been spread out, and Karim is also keeping leader charges. Like, this is not the biggest unit to buff with Triss. Offensive Triss, well, is... times worse than these trees on the front row. Ну да, но там очень мало по сравнению с тем, что могло бы быть. How am I looking? There was another damage. Okay, sorry. Yeah, there was one in hand. Nah. I'm bad. For some reason they merged into like one bear witcher. There was another one. So that was a bit too early for Verena. My first instinct was correct. Так что да, я облажался.
Почему-то у меня, видимо, да. Этот был на сколько? На 18-19 руки я его проспал. Не, ну 30 будет большая, но разрыв как бы тоже ничего себе. Близко гейм. Геральт играет. Здесь есть тренажка, чтобы забафать. Expecting Geralt here, and not playing Geralt is game losing. So, nice move by Karim. Wait, what? 14, 15, 16, 17. Yeah, I guess it's close, but not that close. And also, look at that proto ladder. Протофледер тащит катки. И Вирена не понадобилась. Урон, три попытки. Самоурон тоже через золотого накера. И первая попытка — это гармошка. Гармошка с лидером гармошки. Так что сейчас мы увидим, как Даурен играет на своей гармошке. Играется без свитка, так что где-то там Саския передает привет, где-то там Дана передают приветы. Но можно на них посмотреть через Макси. Что, если вы любите подсматривать за драконами и реликтами, то играйте Макси. Но тут у нас новая комба сезона, новая имба сезона, интенданты с защитницами, защитой. Как они? Queen's карты. Да, да, опять же, стример не знает название карт. Ха-ха-ха. Стража. Вот. Будет стражей, короче. И должно быть страшно. О, смотрим. Саския была как никогда близка. Вода. А вот зов леса где-то на дне. Но зачем тебе зов, если ты все видишь, правильно? Правда, надо ждать долго. Ну и у нас тут очень прекрасный Гвин, как я его себе представляю, где бронзовые карты играют на хорошее value. I like it. We do have pure bronze round, basically. Maxi is at 5 provisions, basically. A gold, non-gold card. Dogo is just in. So, pretty cute. But one of the decks has all creatures in non-devotion. А, вот так. Ну, интересный пас. Не знаю, не могу сказать, что я могу с ним согласиться. У Даурена есть яды. Правда, очистки у него нету. То есть что-то улетит в защитника. Находится Саския, находится вода. Сценарии Кварипсис были в руке, так что, ну, при большом желании находится
Карим уверен, что пушить его не будут. Что пушить его опасно, что локация сценарий в Квариксиса в лидера ему совершенно не угрожают ни в какой момент. И оказывается прав, сохраняет 4 поинтоса. Выставляется Цири. So, good call from Karim. Gets 12 points of carryover from this. And I'm not telling that Mystery should have been played with leader with Corixis. Like you are risking into playing into Sigvaldo. But nice call. And it pays off. Так, Пеллар. Дяды, в принципе, нужны как очистка. Why not? Сигвальд сразу же выходит, будет есть в себя, собирать в себя яды, и он сам себя чистит, так что есть дяды, есть обилка Сигвальда, можно поражать и потом все еще долбить его кнутом. Также есть защитник, который делает неприятно. Так, у Дурена что там по тагам вылетает? Еще Ведьмак и Краснолюд. Not that many tags, even if it's a 10-card round, plus extra tags would be created from mysteries. The waters of Bracchelon. Полилась вода. Был, вот был человек и не стало человека. He didn't hit wave. Well, that defender is not going anywhere. You can also poison defender, I suppose. Келзак, спасибо за follow. Welcome to the channel. Там где-то в колоде чилит Сигрифа, хорошо, она сейчас, ну ладно, хорошо, нехорошо, могла сейчас вылететь, правильно. Тут Макси не играется, ничего такого нету. Ну вот, теперь можно, you can purify the defender, but you're purifying the defender, so I guess that ain't happening. But since Karim missed the Sylvifer's right, you get the heat wave on Sigwolf instead. Так, ну есть Beast с гармонией. Это просто толкен, так что, ну, неплохо. Можно было защитника подвинуть. Could have moved the defender if Даурен knew the future. Heatwave, no, I'm not, will be better. Not really in this situation, right? Living and ancestors, all. Like, watch this Giga Sigvald disappear.
But it makes this combo stick. You only live once! And you can dispatch of how many engines like this. Так, ну тагов тут каких-то явно не хватает, так что комба Квариксиса лидера в принципе играет неплохо, но Квариксис не живет. Купец с волкобоем точно не живет. Sigvald requires you to have combos, and it's nice to have cards in Gwen that combo with one another and give big value. So probably let's not buff him to 10 provisions, please. But card is omega good and very broken, I'll give you that. So there might be another nerf to it. Так, ну, смотрим роллы. Хамелеончик. С... Ну, достаточно, в принципе, движков еще. И тебе не могут убить и хамелеона, и... Квариксиса. В Квариксиса выгоднее убивать. Бьем. Так. Волкобой. Нет, идет просто сюда. Решил не трогать. Не знаю, много поинтов. Много поинтов, но не 16, правильно. Уа! Окей. Уан. Ту, три, фо. And we got Karim 3-0 win. A very close one here in the end. I'm still not sure if it wasn't better to just kill the Quarixis. Like you... You played Wolf's Bane on 11 instead of 7, but at the same time you allowed it to proc another time. В воскресенье. Начало топ 8 посмотрим. Топ 32 17-18 посмотрим, кто там будет. Кажется, там будет больше наверняка народу. Основной ивент Open будет 16 марта. Но до этого будет еще в феврале 2 и в марте 3 этап групповой чемпионата мира.